Я считаю, надо продолжить накапливать по мере возможности эту ВР-134. Но вот начинается сирена, кажется. Ну, как всегда все. И облака, в которых промежуточках мы, надеюсь, с вами пройдем. Я сегодня камеру поставил вниз, чтобы приблизительно видеть то место, куда смотрит телескоп, и заодно пронаблюдать его перекладку. Поэтому не совсем так, как хотелось вдоль оси телескопа камеру поставить. Но в общей сложности мне это будет более понятно, чем вчера. Так что процесс идет. Пошел всего лишь первый кадр, который через 2 минуты щелкнет у нас. 31 градус наверху. Жары, как будто не август месяц, а июль на экваторе. Или на в июле не так жарко, не знаю. Не был на экваторе, не скажу. Ну, продолжаем наши действия. Надеюсь, все пройдет благополучно.